Лос-Анджелесском Датаглян-комплекс прошел конкурс красоты «Миссис Рашен Америка». Мероприятие стало самым масштабным среди всех русских конкурсов красоты в Америке. Этот конкурс посетило множество гостей. Среди них были замечены знаменитые спортсмены, актеры и продюсеры. Спасибо большое всем гостям этого мероприятия. Этот конкурс «Миссис Русская Америка» просто замечательный. Спасибо организаторам, что пригласили меня в Россию. Конечно, я буду счастлив приехать. В преддверии конкурса лента Instagram пестрила яркими фотографиями безумных красоток на фоне самых дорогих машин. Участницы конкурса «Миссис Рашен Америка» засыпали соцсети снимками на фоне Феррари и Роллс-Ройса, которые организаторы ставили у мест проведения кастингов. Подготовка к конкурсу длилась 9 месяцев. Было проведено 3 кастинга с участием голливудских звезд. Все они проходили в самых знаковых и красивых местах. Отбирала конкурсанток комиссия, состоящая из 4 человек. Девушки проходили собеседование, а также оценивалась их хореография. Кастинг прошли 23 участницы, но за несколько дней до начала 4 девушки покинули проект. На мероприятии было 19 красоток. Русские девушки красивые, они очень красивые, и они так близко сегодня. Далее шла долгая и кропотливая работа. Девушек тренировали на протяжении 5 месяцев в студии. Большинство из них пришлось обучать с азов. Во время подготовки девушки участвовали в показах мод и благотворительных вечерах. Одной из них – это вечеринка в честь премии «Оскар» с Деми Мур, где девушки не только представляли конкурс, но и участвовали в показе мод. Также голливудские знаменитости посетили фотосессии, которые были организованы для конкурсанток. Платье для выступлений конкурсанткам предоставили 3 звездных дизайнера, которые одевали знаменитостей на церемонию награждения премии «Оскар». А в состав звездного жюри вошли Керри Хироюки Тагава, Риган Мачата, Эрик Робертс и многие другие. Это прекрасная, ответственная и приятная работа. Это очень трудно, но я постараюсь судить этих красавиц. Постараюсь найти самую красивую. Конкурс красоты поразил своим масштабом. Впервые в русском мероприятии был использован так называемый живой эфир, в котором любой желающий мог виртуально оказаться в любой точке мира. Были использованы LED-экраны. Еще один интересный факт, что во время «Миссис Рашен Америка» проходила съемка голливудского фильма. И конкурс красоты вошел в одну из сцен киноленты. Победительницей «Мисс Рашен Америка» стала Наталья Персианова. Второе место заняла Елена Нестерова. Третье место – Юлия Малованна. Приз зрительских симпатий достался Ольге Старлинг. Девушки получили множество призов, среди которых часы и платья за $4000 каждая.